В администрации Твери состоялось очередное заседание Совета территориальных органов самоуправления, где общественники обсудили реализацию национальных проектов. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Раз в 3 месяца за этим столом собираются активные представители общественности, чтобы обсудить актуальные вопросы. На этой встрече заместитель главы администрации Твери Денис Черных ознакомил представителей территориальных органов самоуправления с текущей ситуацией по ремонту дорог и рассказал о дальнейших планах. Первый вопрос в поездке компании по ремонту дорог города в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего запланировано 70 объектов, 66 объектов в рамках ремонтной кампании и 4 объекта дополнительно мы делаем в виде проведения капитального ремонта с обустройством тротуаров. Второй вопрос на повестке дня – подведение итогов голосования по выбору территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 5-й год благодаря этой программе в Твери появляются новые зоны отдыха для горожан. Члены Совета ТОС ежегодно самые активные участники голосования. Жители должны сплотиться, любить свой район и принять все возможные меры, чтобы занять именно первое место при голосовании. Победили в этом году, первое место заняли мигаловцы. Молодцы, сплотились. Более 5000 голосов. Кроме того, на встрече представители общественности получили консультации по оперативному решению вопросов, касающихся благоустройства дворов и уборки города. По их запросам и на основании того, что хотят узнать жители города, составляется повестка будущих заседаний Совета территориальных общественных самоуправлений в администрации Твери.